Высокий желтый уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 26 января. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства. Власти напоминают, что гражданам рекомендуется всегда контролировать ситуацию вокруг себя, особенно в местах массового скопления людей. Следует с крайней осторожностью относиться к любым бесхозным предметам, не прикасаться к ним и не подбирать. В случае обнаружения подозрительного предмета, владелец которого не установлен, следует сообщить о находке в полицию или другим ответственным лицам. Кроме того, немедленно передать сведения в правоохранительные органы нужно в случае обнаружения беспилотного летательного аппарата. В пресс-службе правительства подчеркивают, что силовики, органы государственной и муниципальной власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности общества.